50, наверное, я думаю, есть. Вчера было 49, было чуть-чуть теплее, мне кажется. Ну и как вам по ощущениям эти морозы ощущаются? Вот вам, как жителю Якутии, аномальные морозы или нормальные? Я думаю, что все-таки все равно аномальные они уже. Потому что так долго и такие вот низкие температуры стоят. Ну, вообще ничего. Ну, типа, для меня нет разницы. Единственное, что я ощущала самое холодное, это было на теплом ключе. Там действительно было очень холодно. Но в городе как-то ты не ощущаешь этого мороза. Ну, или мозг твой уже приспособился, что он тебя готовит. Такое, все нормально. С ними невозможно бороться. Ну, то есть, типа, либо ты приспосабливаешься и одеваешься, либо ты страдаешь и ездишь на машине. Ну, то есть, элементарно у меня... Ой, простите, у меня две варежки, ну, типа, вот так. Два шарфа, теплая обувь обязательно, и чтобы была закрыта голова. В принципе, это важно. И теплые штаны, потому что самые большие теплопотери, они на ногах. То есть, если мерзнут ноги, мерзнешь ты сам. Поэтому главное, тепло одевайтесь. Ой, сегодня очень холодная погода. Сегодня 51, по-моему, да? Очень холодно, вот замерзаем. Но из-за покупателей мы двигаемся немножко, и у нас как бы согреваемся. Но одеваемся очень даже хорошо, и все, стоим. Ну, что-нибудь еще, кроме тепло одеваться, там, какие-нибудь лайфхаки, что-нибудь такое? Ничего нет, просто главное потеплее одеваться, капусту, как капусту, так скажем, да? Наш крестьянский рынок, самый холодный рынок в мире, да? В смысле меньше? А, нет, назад 55 мне показывали.